В Люберецком округе появится второй театр кукол «Радуга». Первый исторический центр находится в Томилине. В Люберцах расположится его филиал по адресу улица Шоссейная, 8. Когда можно будет прийти на представление в новое здание театра, расскажет наш корреспондент. В новом здании театра ремонт идет полным ходом. Уже демонтировали старую плитку на крыльце, полы внутри помещения, потолок. Установили перегородки и завезли все необходимое для будущей сцены. Мы очень сильно нуждаемся, потому что все-таки у нас деревянный домик в Томилине, он небольшой, там всего 143,5 квадратных метра. Вот, мы с огромным удовольствием согласились и взяли это помещение. В новом здании театра будет больше посадочных мест. Зал рассчитан на 70 человек. В театре появится склад для декораций и костюмов, интерактивная зона, а еще долгожданная просторная гримерка для актеров. В старом здании мы ютились буквально, там, знаете, вот 1-2 человека помещаются, у нас по очереди ребята переодеваются, и фактически все свободное время они проводят либо только на репетициях, либо в зрительном зале могут расположиться. Теперь у нас будет просторная гримерка. В Люберецком театре «Кукол Радуга» будут играть все те же спектакли, которые уже есть в репертуаре. И ежегодно по 2-3 премьерных. Репертуар рассчитан на детей от 0+. В планах коллектива представления и для старшей публики. Общими усилиями область, федерация и муниципалитет, где-то ремонт порядка 10 миллионов рублей. Я думаю, что это такой будет у нас хороший такой городской кукольный театр. Открытие запланировано на середину октября. Начнется оно с премьерного спектакля «Шинель Гоголя». Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.